Одним алкомаркета меньше. Виноводочный магазин в районе школы номер 16 давно являлся центром беспокойства для детей, родителей и педагогов. Долгие годы директор школы и инициативная группа боролись с предпринимателем и просили перенести магазин. За сколько метров от учебных заведений можно торговать алкоголем? Этот вопрос не раз становился темой обсуждения на депутатских комиссиях. То, что многие алкомаркеты и небольшие магазины, в которых торгуют спиртным, пренебрегают положением, ни для кого не секрет. Мало кто из предпринимателей выдерживает расстояние в 15 метров от учебных или дошкольных учреждений. При увеличении расстояния до 30 метров у нас попадают 103 объекта, до 50 метров – 150 объектов, и до 100 метров – 156 объектов. Однако, если закрыть все магазины, которые не соблюдают положенные дистанции, то малый бизнес в мясе может оказаться под ударом, уверен Андрей Берсенев. Мы закроем магазины, сейчас сделаем даже 15 метров, и закроется какое-то количество. И те же продавцы – это тоже жители нашего города, они пойдут на улицу. Сделаем 50, их закроется в два раза больше. Сделаем 100, их закроется. И мы пойдем в магазины, в сети, где мы будем иметь продукты со всего мира, кроме наших местных продуктов, которые выпускаются здесь, недалеко от нас, с небольшими сроками хранения. Вот давайте на весы выложим. Несмотря на все споры, один из алкомаркетов города все же удалось закрыть в районе 16-й школы. В скором времени прекратится продажа спиртных напитков.